Roblox. И сегодня у нас с вами необычное видео. Такого видео на моем канале еще не было. Сегодня мы, друзья, будем пугать в Брукхевене людей. Да, ребята, будем пугать в Брукхевене людей. Для этого я подготовил кое-какой скин. Вот, посмотрите. Вот этот скин. Кто не знает, я думаю, мало кто не знает, это скин Алькатраза. Да, сейчас назад сделаю, чтобы все никто ничего не подозревал. Так, это кто такая? Никто. Ладно. Сейчас мы куда-нибудь отойдем с вами, потом переоденемся в Алькатраза, и тогда уже мы начнем пугать людей. Я, короче, поехала. Тебя, непонятная девочка, увязалась за мной. Так, давайте куда-нибудь в место такое, где никого нету. Так, 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 так. Ну, наверное, нету никого вот здесь вот. Да, вот здесь вот вообще никого не бывает обычно. Так, мы сейчас с вами берем. Переодеваемся нашего Алькатраза. Что мы дальше делаем? Дальше мы с вами берем в руки топорик. Где наш топорик? Вот он. Дальше мы... Ой, лестница. Зачем мне лестница? Убираем. Дальше что мы берем? Дальше мы берем кровать, чтобы пробираться к кому-нибудь. Дальше берем мешок, если вдруг мы ставим маленький, тоже кому-то пробираться. Бомбу берем. Также что еще мы можем взять? Ну и в общем все. Это все вещи, которые нам пригодятся сейчас с вами. Так, мы сейчас с вами куда-нибудь, какой-нибудь дом. Телепортируемся. Вы что? А нет, есть дома. Сейчас еще поищем. Вон там наверху есть. Вот какой-то Даня. Сейчас мы этого Даню напугаем. Он нас, наверное, увидел, но мы сейчас убежим куда-нибудь подальше, вон туда. И он нас не заметит. Так, 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 так. Опа. Нежданчик. Ну ладно, ладно. Ладно. Данечка, ладно. Все с тобой ясненько. А вот этого чувачка. Открыто это. Гараж. Сейчас мы все сделаем с вами. Сейчас мы как раз ограбим домик. Чувачка. Так. Все. Сейчас мы с вами ограбим его. Вот он сейф. У меня как раз бомбу я брал. Так. Detonation. Вот они, денежки. Ну что ты на это скажешь? Что ты на это скажешь? Придешь сюда? Я тебя жду. Я тебя жду, мой дорогой хозяин. Или ты так же, как и тот, удалишь дом, когда меня увидишь? Не знаю, не знаю. Что вы там надумываете? Вот он, чувачок. Пришел. Или это не он? Хм. О, испугался меня. Ну, ладненько, ладненько. О, фэн какой-то. Фэн, фэн, фэн. Что у этого фэна есть? Мы сейчас посмотрим. С мамой сзади. Так, сзади дома. Сейчас проберемся, если он, конечно, не удалит этот дом. Если он удалит, он будет полный... Вообще. Потому что я хочу совершить свой коварный план. Пробраться в дом и напугать человека. Так, пробирайся. А, все-таки тут бегает чувачок наш. Ну хорошо, хорошо. Мы-то не такие простые с вами. Мы он, видно, тоже. Хорошо, я тебя понял. Я тебя понял, фэн. Сейчас все будет.
Неправильно поставил. Вот так вот ставим и залезаем наш домик. Хо-хо-хо. Масочка, катраза тут. Че, где там? Нету. Ну, сейчас пусть банит меня, но я хочу его хотя бы чуть-чуть испугать своим топориком, который прямо сейчас в него вонзится. Кроватку мы убираем и ставим ее куда-нибудь вот сюда, чтобы он ничего не подозревал. Ну что? А, ну вот и все. Спасибушки. Спасибушки, дорогой мой. Тогда мы прямо сейчас с вами создадим домик. Очень интересный домик. С музычкой страшненькой. Это будет вообще круто. А домик-то у нас будет... Та-та-та-та-та. Домик у нас будет вот такой. Да. Сейчас мы сделаем все как надо. Чтобы люди пришли, и тут был полный ужас. А для ужаса нам понадобится огонь. Выключенный свет также. И музычка страшная. И окна закрытые. Да. Все. Сейчас мы все по красоте сделаем. Так, уже огонь появился. Сейчас мы здесь все выключаем. И наверху сейчас тоже все выключаем. Так, 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 так. Чтобы... Сейчас придут, мои дорогие людишки. Сейчас они придут и будут в полном ужасе от такого дома. Так, сейфик мы открываем. Чтобы у меня тут сообщения не приходили ненужные. Все. Ну и запускаем с вами музычку. Нашу музычку, музычка. А музычка у нас будет пусть страшные сказки. Вот. Хо-хо-хо. Вот слышите? Страшные сказочки. Да-да-да-да. Еще какие страшные. И дом черного цвета. Вот оно. Вот оно. Вот он страх настоящий. Просто. Сейчас мы сразу с вами сделаем вот таким вот образом. Ну и все. Теперь можете приходить спокойненько ко мне на уволочку. Опа-па. А вот у нас еще один. Еще одна жертва нашего. Ваня. Сейчас мы к нему подберемся. Мне кажется, он не такой уж и умный по сравнению с этим Феном, который меня каким-то чудом нашел. Узнал, что я к нему подбираюсь. Так. Опа-па-па-па. Этого нет чувака. Он вообще закрыл дом. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы все сделаем. Ой. Да что ж такое? Вот она, кроваточка, которая спасает всех этих грабителей, ну и не только. Сейчас мы все сделаем по красоте. Сейчас мы все сделаем с вами по красоте. Так. Вот наш сейфик, дорогой. Чтобы этот чувак прибежал, нужно привлечь ему внимание. Вот он еще кто-то взрывает. Ну, мне это не важно. Мне главное, чтобы сейчас чувак пришел. Мне самое главное, чтобы сейчас пришел хозяин. Прямо сейчас. Только вот где этот хозяин безответственный, походу? Я вот не знаю. Опа-па-па-па! Еще одна девочка сделала домик. Сейчас мы все сделаем красиво и аккуратно. Ну
уже полиция ко мне приехала. Понятно, не ко мне. Ну, было бы лучше, если ко мне в дом полиция приехала. Так, мы сейчас ищем наше местечко в доме, куда нам можно пробраться с помощью кроватки. Так. Давайте попробуем сначала вот просто сюда пробраться. Что-то мы здесь больше грабители, чем пугальщики, мне кажется. Ой, неправильно поставил. Да что ж такое? Не понимаю, как это нормально. Наконец-то. Да что ж такое-то? Не могу уже. Как это нормально поставить-то? Да что ж ты будешь делать, а? Ладненько. Да, используем другой способ. Эффективнее. Который, конечно, не у всех получается. Я не знаю почему, но у меня получается. Вот. Посмотрите, прямо сейчас получилось все. Так, мы маленькие, поэтому нас вряд ли кто-то заметить может, если мы не показываться будем. Сейчас мы зайдем в нашу дверку. Да, мы в доме. Ну, сейчас мы с вами привлечем внимание этой девочки. Привлечем внимание. Она уже идет. Ха-ха-ха-ха. Ну что, бань? Да, спасибошки. Да, мы тут больше грабители с вами, чем пугальщики. Ладненько. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы одну девочку напугаем, которая вот здесь отстоит очень долго уже. Или кого-нибудь еще. Так, давай. Ой, что я сделал, не то. Давай. Ну что, получай, девка. Что ты на это скажешь? Или ты АФК такой? В прошлый раз девка была другая, которую я хотела ограбить. Еще одно видео. Здравствуй, малышка. Получай! Здравствуй, малышечка. Получай! Здравствуй, пацанчик. Получайте. Я вам... Не ждите пощады. Вы сейчас будете мертвы. Хазма. Что за хазма? Это имя, что ли, такое? Хазма, не знаю. Так, на, получай. Что там они пишутся? Мы поистине герои и не склоним наши головы. Ой, что придумали, конечно, друзья эти. Гопара. Сейчас. Разбежался. Мне нужно тебя убить сначала, перед тем, как парой твоей стать. Напишу ей. Убейся. Убейся. Ой, что ты на это скажешь? Убейся, давай, убивайся. Убейся. Убейся, я сказал. Быстро. Быстро, я сказал, убейся. Иначе тебе просто конец полный. Сначала убейся. Ой, и чё она это скажет? Чё такое? Что такое? Нечего тебе сказать. Ну, понятно, с тобой все, дружочка. Дорогая моя. О, все. Это конец, девочки. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы поместим ее в наш дорогой
Домик. Так, куда же ее поместить? Поместим ее вот сюда, вот куда-нибудь. Все. Закрываемся, чтобы нас никто не заметил. И начинаем. Начинаем наше дельце. Вот такое дельце. Ха! Заскамил. Ну, получай, девочка, получай. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте звонить на колокольчики. Таких рубрик про кого-то там в Бруклине будет еще немало. Поэтому всем пока-пока.